После почти майской погоды в первой половине месяца природа вернулась на месяц назад относительно календаря. Будто бы апрель исчерпал лимит теплых дней. Причиной столь резких перемен стал глубокий циклон, в тылу которого в наш регион ворвался арктический воздух. В ближайшие дни на территории Рязанской области сохранится неустойчивая погода с осадками и температурой воздуха чуть ниже климатической нормы. 20 апреля в зоне атмосферных фронтов ночью пройдут небольшие по области местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем интенсивность осадков уже будет уменьшаться. Ветер ожидается порывистый. Температура воздуха ночью по области -1-6 градусов, в Рязани -3-5. Днем всего лишь 0-5, по области в Рязани +2-4. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно гололедица. Весна, 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 придет. Весна, 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 весна. Весна, весна, придет. Весна, 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 весна. В пятницу в промежуточном гребне антициклона существенных осадков не ожидается, но температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -3-8 градусов по области, -3-5 в городе. А вот дневная температура начнет постепенно повышаться и составит от 6-8 градусов тепла. В выходные дни на территории Рязанской области местами ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер. Преобладающая температура ночью 0-2, днем +8-10. По предварительному прогнозу синоптиков, начало следует. Следующие рабочие недели также нас не порадуют сухой, солнечной и теплой погодой. В общем, стоит пока не убирать теплую одежду и запасаться горячим чаем, а заодно можно, видимо, приобрести бубен и поискать в интернете магические ритуалы для скорейшего привлечения настоящей весны. В любом случае, главное не расставаться с хорошим настроением.